Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих трех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот красивенький дигл. Дигл Рельсотрон. Около 150 рублей, как видите, он стоит. Из Counter-Strike 2, CS2, да, новенькой нашей прекрасненькой, в кавычках, игры. Народу участвует довольно-таки мало. Шансы выиграть очень большие у вас. Поэтому залетайте, участвуйте, кому все это дело интересно. Ссылка будет в описании под этим роликом. Загляните в описание, перейдите, поучаствуйте в конкурсе. Также мы здесь разыгрываем ключи на игры. Обещать, конечно, ничего не могу, давненько их не завозили, но, возможно, спонсор когда-нибудь да закинет ключика на конкурсы в группе ВКонтакте. Также через ВКонтакте можно найти мою группу. На этом заканчиваю оповещение. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи в конкурсе. Также у нас здесь присутствуют отзывы победителей конкурсов. Все, всем удачи! Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике... Не, неправильно начал. До Нового года еще. 2 месяца. А Лейс уже выпустили новогоднюю упаковку чипсов со вкусом зеленый лук. Новогодняя серия написана. То есть Лейс, то бишь владельцы этого бренда Лейс Пепси, уже к Новому году готовы. Кока-кола, кстати говоря, тоже уже готова. Я видел новогоднюю колу. Может, ее тоже попробуем, посмотрим. Давно колу не пил в баночном варианте. Может, сделаю обзор. Ну, а сейчас у нас новогодняя серия Лейс. В прошлый раз новогодняя серия. На канале, если что, есть обзоры на новогодние, на летние упаковки чипсов Лейс. Смотрите на канале, кому интересно. Все в открытом доступе, бесплатно. Так вот. Там вроде были... А, нет, на летней упаковке там были изменения, да. Это я помню. Каких-то вкусов как будто другие были. То есть немного изменили как будто вкусы у чипсов. Вот к чему я веду. Упаковка, кстати говоря, опять же, красивая. Не знаю, мне нравится. Опять же, в магазине смотришь вот эти упаковки, которые ты видел по миллиард раз. И вот это именно бросается в глаза сразу прям. Нежный сыр с трюфелем бросается в глаза. Икра красная, или как там, какой вкус был, тоже новой упаковки. Вот три вот этих упаковки чипсов в глаза бросаются. Потому что они новые, что-то новое глаз видит, все-таки запоминается в голове картинки. И тут, как только видишь сразу новую, или чего-то вдруг, как сказать, вдруг чего-то не то, что было раньше. И у тебя глаз сразу... так скажем, тревогу дает, и ты присматриваешь, о, новинка, нифига себе. В общем, покупал в магазине под названием Универсам, стоят эти чипсы там 143 рубля вроде, или 100, ну, короче, 140 рублей где-то диапазон. 140 грамм, то есть почти, грубо говоря, один в один. За каждую чипсинку заплатил, за каждый грамм, точнее. В общем-то, задняя часть упаковки по-прежнему не изменилась. Только отборный картофель Лейс используется для приготовления. 100% натуральный нарезанный картофель. Есть же продукт, может содержать незначительное количество глютена, сои, порошков рыбы, морепродуктов, ракообразных и горчиц. Собственно, давайте открывать, кушать, смотреть, пробовать. Поехали. Почувствуйте этот запах. Красотишка. Запах зеленого лука, все как
Надо. В принципе, чипсы как будто более мягче стали. Не знаю, такое ощущение. Зубам как будто более приятные стали. Не знаю, такое ощущение почему-то у меня. Раньше они как будто были пожестче. По вкусу же, опять же, вроде все так же. Или же такое есть ощущение, как будто побольше соли, что ли, добавили, побольше вкуса зеленого лука. Тут же опять, когда делаешь обзор, твои рецепторы могут быть в одном положении, назовем так. Более чище, например, или наоборот грязнее. Делаешь потом следующий, там, обзор уже на новую упаковку, к примеру, того же вкуса. У тебя, например, уже рецепторы там все наоборот, типа. Там прям чистейшие или наоборот грязнейшие. Поэтому вкус может чувствоваться по-разному. Например, чипсы я недавно ел, но в малом количестве. То есть можно сказать, что рецепторы более-менее так очистились, так скажем. Поэтому вкус как будто более насыщенный чувствуется. Ну вот не знаю, вкусные чипсы. Вот реально вкус какой-то прям насыщенный как будто. Мне нравится. Прям по кайфу. На этом, наверное, можешь заканчивать. Сказать больше, в принципе, про чипсы нечего. Оценка за красивую упаковку 5 из 5. Оценка за вкус 5 из 5. Все, в принципе, понравилось. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.